Этого дня взрослые и юные жители жилого комплекса ждали с нетерпением. Теперь одной проблемой и у них, и у соседей станет меньше. Рядом находится непростой объект. Это объект, который, к сожалению, собственники в лице группы компании «Urban Group» бросили. И вот открытие и вот в эксплуатацию этой Лопатинской школы на 1100 мест – это еще очередная возможность для того, чтобы дети, ребята, которые проживают на той территории, тоже приходили и здесь получали свои знания. В данный момент жилой комплекс еще строится. Сейчас здесь живет порядка 15 тысяч человек, и эта школа, рассчитанная на 1100 учеников, сможет принять всех желающих. После символичного первого звонка главный обряд церемонии открытия – разрезание красной ленты. Так совпало, что новые учебные заведения открывают 12 апреля. Кроме всего прочего, сегодня празднуется День космонавтики. Эта школа, как сейчас принято говорить, просто космос. Ее площадь 17 тысяч квадратных метров. Давайте посмотрим, что же там внутри. А внутри – красота. Первыми в новую школу заходят ученики младших классов. За ними на импровизированную экскурсию отправляются официальные лица. Сначала высокие гости идут в столовую. Скоро она примет первых посетителей. И меню подходящее. Каша манная, чай с лимоном, яблоко. На обед у нас печень по-строганному, пюре картофельное, щи из свежей капусты, соленый огурчик, компот из сухофруктов. То есть питание получается двухразовое? Нет, питание трехразовое. У нас еще полдники детям есть. Здесь 44 кабинета, оснащенных по последнему слову техники. В них самое современное, необходимое для учебного процесса оборудование. Это смарт-доска, которая работает при помощи других носителей USB, от флешки, от телефона. На ней можно и рисовать, на ней можно, смотрите. Потом выбираете тут какие-нибудь графические изображения, цвет, линии, и потом... А еще здесь есть спортзал, библиотека, медпункт, спортивные и гимнастические залы, а также зал для занятий хореографией. У нас просто принцип такой в нашей компании – школы, детские сады, социальные объекты сдавать полной комплектации, которую они должны быть, чтобы уже... передачи, допустим, муниципальную собственность, чтобы уже и учителя, и педагоги, и дети пришли уже в готовую школу, чтобы могли хоть с сегодняшнего дня начинать уже учиться. Для проведения концертов в школе предусмотрен зрительный зал на 400 мест. На прилегающей территории оборудованы стадион и физкультурно-спортивная зона. Мы стараемся всегда о взаимодействии с инвесторами, застройщиками говорить и указывать на то, чтобы они несли свои социальные обязательства. Мы это жестко контролируем, мы стараемся не отставать от того ритма, который нам задает губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, который также говорит о том, чтобы объекты социального значения, школы, детские сады, поликлиники, они не отставали от воды жилья. Первые уроки в школе начнутся в понедельник. И хотя здесь все готово к учебному процессу, некоторые вещи еще придется дорабатывать уже в ходе работы. Нам нужно грамотно сейчас подобрать подход к организации учебного процесса, к безопасности учебного процесса. Ну и, конечно, дать возможность каждому ребенку в стенах новой школы найти какое-то свое призвание, определиться с каким-то направлением, может быть, в своей образовательной деятельности учебной. После окончания строительства жилого комплекса здесь будет жить около 25 тысяч человек, а потому в планах у застройщика возведение еще одной школы. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.